Забыл документы дома, так чаще всего отвечают водители снегоходов сотрудникам гостехнадзора. Впрочем, такие отговорки от ответственности не освобождают, уверяют в государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. Сейчас специалисты ведомства продолжают рейд в рамках ежегодной операции «Снегоход». Промежуточные итоги в материале нашей программы. Перед началом рейда обсуждение маршрута, поездки и план мероприятия. Пункт прибытия инспекторов гостехнадзора ГИБДД – поселок Красное. По пути проверка снегоходов и других самоходных транспортных средств в поселке Искатели, Куи и Никитцах. Цель выявления, так скажем, незаконопослушных граждан, кто уклоняется, не желает соблюдать законы Российской Федерации. Первый нарушитель уже через полчаса после начала рейда. Документов нет, говорит, просто не взял с собой. Инспекторы составляют протокол. Забывчивость не причина нарушать закон. Еще один нарушитель уже по приезду в Красное. Нету. Дома лежат. Нету, да? Запишем ваши данные туда. Водители уверяют, зачем брать с собой документы, выезжая в магазин или в соседнее село. Инспекторы категоричны. Нет документов, есть штраф. Впрочем, с каждым годом количество граждан, нарушающих закон, становится меньше. Об этом свидетельствуют цифры. Так, например, в 2013 году инспекторами было остановлено более сотни транспортных средств. Составлено больше 10 административных протоколов. В этом рейде из 28 остановленных снегоходов протоколы составлены только в двух случаях. Протоколы оформлены за то, что управлялись снегоходной техникой, не имея на право управления данной техникой. Ну, а в целом, конечно, все 28 единиц были зарегистрированы в инспекции гостехнадзора. Срок проведения рейда обусловлен погодными условиями, рассказывает Сергей Хабаров. Светового времени больше, да и теплее. Отсюда и эффективность. Единственная сложность – периодически плохая видимость. Молоко на языке автолюбителей. Промежуточные итоги рейда подведены, но операция продолжается. Ближе к концу месяца на въезде будут выставлены посты в Наринмаре и поселке Искателей. Сотрудники гостехнадзора уверяют, такие мероприятия полезны и необходимы, так как повышают безопасность и сознательность граждан. Антон Парахин, Иван Бурых, Александра Литкова, телеканал «Север».